конференц-зале отеля «Азимут» города Каспийска был дан старт всероссийской конференции «Формула согласия», которая направлена на профилактику распространения идеологии терроризма и экстремизма. В своем выступлении министр по нацполитике региона Энрик Муслимов напомнил участникам о недавнем инциденте в столичном аэропорту, а также призвал присутствующих поделиться новыми идеями и подходами в борьбе с идеологией терроризма. Это одно из тех мероприятий, которые завершающие, потому что у нас есть комплексный план противодействия идеологии терроризма, который заканчивается в этом году. Как раз сегодня, на этой конференции, сегодня, завтра и другие дни, нужны нам будут новые идеи, новые подходы для того, чтобы внести изменения в новый комплексный план, который мы будем готовить в Республике Дагестан и, как и во всей Российской Федерации, на следующие 3 года. Глава Министерства молодежи региона Камил Саидов обозначил гостям мероприятия о возможностях получения новых навыков по борьбе с экстремизмом. К форуму по ВКС подключился и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, который отметил, что одной из целей конференции является обмен практиками между представителями разных структур и регионов. С самого муниципального, районного уровня до окружного можно было постоянно быть в повестке, обмениваться, а самое главное, мы могли привозить тех специалистов, которые вам нужны, будь то МВД, будь то НАК. Также форум посетили уполномоченный по защите прав детей в Дагестане Марина Ежова, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, заместитель директора Национального центра информационного противодействия экстремизму и терроризму в образовательной среде и в сети интернет Александр Чунин и многие другие. Отметим, что в форуме принимают участие порядка 140 специалистов, сотрудники органов власти и представители молодежных организаций. Продлится конференция до 10 ноября.